Перед нами находится здание Северного мавзолея. Он был построен в 30-е годы 14 века. Мавзолей являлся семейной усыпальницей знатного булгарского рода. В начале 18 века использовался монахами Успенского монастыря в качестве погреба. Сегодня там представлена выставка надгробных камней Золотоордынского периода. Выйдя из мавзолея, вы подойдете к музею истории Успенской церкви и далее к соборной мечети. Повернув налево, вы выйдете к ханскому дворцу.